Для развития интереса у молодого поколения к истории Кумертау в городском архиве регулярно организовываются тематические программы. Накануне учащиеся 9-й школы смогли поприсутствовать на презентации «Архив сегодня больше, чем архив», где узнали о работе организации, новшествах, введенных в централизованной библиотечной системе, а также совершили интерактивное путешествие пешком по городу. Мне было очень интересно, я узнала многого нового. Ну, можно приходить сюда, узнавать историю своего города, чтобы, например, не совершать ошибок, которые были до этого. Чтобы можно было рассказать своим детям об этом, как все было. В рамках проекта «Архив. Площадка взаимодействия» также в ближайшее время планируется сбор организационного комитета по подготовке энциклопедии о Кумертау к 65-летнему юбилею города в 2018 году. Энциклопедия будет охватывать разделы и о природе, и об историческом месте, где располагается город Кумертау, и, как я уже сказала, о предприятиях, и обязательно о людях. О людях, которые внесли свой вклад в развитие города и предприятий. Редактором и составителем энциклопедии был назначен писатель Владимир Макроусов, которым уже были выпущены 3 книги по истории Кумертау, находящиеся в библиотеках города и в архиве. На городском сайте размещена информация об оформлении статей для энциклопедии. Каждое предприятие, планирующее поделиться исторической информацией, а также жители города, могут подробно узнать о правильной форме подачи материалов. Пользуясь случаем, я обращаюсь к руководителям предприятий, чтобы они обратили на подготовку материалов, на важность, чтобы сведения о предприятиях разных лет вошли в эту энциклопедию. Также обращаюсь к нашим кумертауцам. Если у вас есть какая-то интересная информация или предложение, пожалуйста, обращайтесь к нам в архив. Мы будем очень рады этой информации, и, возможно, она войдет в будущую энциклопедию города.